Итак, всем привет, друзья! Сегодня будем играть в Rust Legacy, а не в Experimental, потому что он у меня не пойдет. Давайте я пропишу Kickstart. Все, так. Сейчас мы быстренько поднимемся в горы, я там построю свой первый домик с вами. Да. Все, так, нормально. Что ж, побежали в горы. Вон там вот будем строить, сейчас я место выберу. Или давайте я, в общем, прибегу в горы, и тогда мы уже с вами встретимся там. Так, вот, в общем, я нашел место вот такое вот. Отлично. Что? Что? Почему он дергается? Не понимаю. Так, давайте пропишем Kid Home, я быстренько построю там хибарку себе. Так, давайте пропишем так. Ну? А, что не так я сделал? А, стоп. Ну, все правильно. Странно. Что ж, давайте я разберусь с этой проблемой, и тогда уже с вами свяжемся. Так, ребят, я вообще... В общем, получил я набор к Home. И теперь давайте я пропишу, наверное, сет FPS, чтобы FPS не проседал, потому что у меня сейчас 30 FPS, а это мало для этой игры. Пожертвовать нужно графикой немножко, поэтому давайте я пропишу сейчас. Все, прописал я сет FPS, и теперь все выглядит вот так. Да, мерзко, некрасиво. Ну что ж, давайте я скрафчу так. Почему-то мне далось две двери, не знаю зачем. Так, крафтим 4 пилачика. Один фундамент. Три стенки. Дверной проем. Один пол. Все. Так, теперь давайте поставим где-то так, чтобы потом можно было немножко расширить наш дом. Где-то, где-то. Почему? А, ладно. Короче, здесь поставим пилары. Так, теперь вот это вот. Стенка. Стенка. Так, здесь, а здесь, а здесь. Кстати, у нас еще остались доски, поэтому давайте мы, наверное, расширим немножко. Пилара, стеночки две и вот это вот сейчас как раз все подключаются. Это просто все были в школе, я как раз решил зайти. Ну, я был не в школе, потому что я болею, решил записать видео. Уже я только проснулся, и уже все приходят. Так, давайте. Так, поставим здесь пиларчик, стеночки поставим. Хорошо, что здесь есть быстрый крафт, это на некоторых серверах мне приходилось очень долго ждать. Так, все, теперь ставим дверь, и в принципе домик готов. Ставься дверь. Все. Одна дверь есть. Здесь пока я не буду ставить. Вот это вот тут поставим по-любому. Потолочек. И у меня еще осталось 38 досок. Давайте я попытаюсь сделать второй этаж. Будет круто смотреться, наверное. Сделаем там обычные... стены, потом поставлю. О, так вот, четко. Потом поставим там окна, чтобы отстреливать врагов. Вот. Здесь пиларчик, здесь пиларчик. Здесь пиларчик. И тут пиларчик. И еще надо пиларчик. Два.
и у меня не хватает ресурсов. Так, ставим здесь стенку. Здесь. Здесь. И здесь. И все. У меня закончились ресурсы. Хватит еще на одну стеночку. Ну, в принципе, да, давайте поставим. Возможно, никто не заметит, что у меня стен нет. Почему я не могу выйти? Что такое? А, у меня те кнопки. Все. Дом готов. Отличный просто дом. Сейчас быстренько пойдем нарубим ресурсы. Точнее, нарублю, а вы просто подождете. Ну, для вас это будет все быстро, для меня очень долго и мучительно. Так, ставься. Здесь. И здесь. Кстати, IP сервера я оставлю в описании, если что, заходите. И играйте со мной. Так, здесь вот это вот. Костер. Не-не-не, верить. Костер. Одного хватит. И спальный мешок бросим. Все. Все разместили на одном фундаменте. Так, в общем, давайте нарублю ресурсов, и тогда уже, в общем, да, будем продолжать строить наш дом. Итак, я тут собирал ресурсы. И, в общем, вот, что это такое? Как они здесь висят? Непонятно. Ну, и они здесь, кстати, повсюду. А ну-ка. Да, это решетки. Почему они здесь висят, непонятно. Я вроде никого здесь не вижу. Здесь какие-то чокнутые люди играют. Матерятся все. Ну что ж, в общем, ладно, я нарублю ресурсов, и тогда уже встретимся у меня дома, да. Итак, в общем, я нарубил ресурсов, я проголодался, мне нужно что-то приготовить. Так, open. Где было мое мясо? Вот. Сейчас я его приготовлю. Все, пускай готовится. Так, теперь нам нужно доски переделать, ой, точнее, дерево переделать в доски. Где они? Planks, вот planks. Вот. Что ж, давайте я наделаю доски. А все, я уже все скрафтил. Так, теперь нам нужно поставить рампу, потому что я не могу теперь вернуться домой. А чё? А, вот так вот. Ну, нормально, в принципе. Так, все здесь. Рампа. Кось. Так. Побежали, побежали наверх теперь. Здесь поставим стеночку. Потом я накладываю металла и этот сделаем решетки на окнах. И окна вообще поставим. Ой, извините, ребята, у меня активация Windows. У меня Windows не активирована. Секундочку, простите, очень жаль. Давай быстрее. Все. Так. Ставим потолок. Нам еще нужен один потолок. Где он, где он, где он? Так, вот, все, готово. Теперь где там наше мясо? Оно приготовилось уже? Да, оно приготовилось. Давайте я его съем. Быстро съем. Съедайся. И пойдем залутаем. Сейчас я поставлю, кстати, на переплавку ресурсы все. И пойдем сейчас мы с вами залутаем этот. Как оно? Декорте залутаем. Вот. Все, выкидываем ресурсы. Вылаживаем доски. Потом мы будем расширяться с вами. Построим уже много этажей. Что ж, встретимся на Декорте. Вот я на Декорте уже практически. Блин, шумит.
Напоминаю, что IP сервера я оставлю в описании. Если вы захотите со мной поиграть, то заходите и играйте. Не шуми, пожалуйста. Пожалуйста, танкер один. Чё? Блин, ты класс. Кирочка вторая. О, это нам приходит ставить. А, мразь! Паскуда. Давайте я его убью. Давай, беги, беги. Все, отходим от РТ, потому что у меня уже 359 радиации. А при 500 уже начинает снимать ХП. Отбежим сейчас, я немножко отдышусь. И вернемся на РТ. Дальше продолжим его лутать. Уже такое место, где нету радиации. Во, вот здесь нет. Все. Сидим здесь. Ждем. Ребятки, я немножко думал отойти. А тут медведь прибежал. Это урод начал меня хавать. На. Что-то как-то здесь все двери животные лагают мне. Все, сдох. Так, что у тебя было? 11 пулик. Здесь вот никого нету. Вроде нет. Окей, тогда прячемся опять же в камнях. И встретимся, когда уйдет полностью радиация, потому что нам не нужна. Здесь у нас наступила ночь, пока я ожидал. А, прекрасно. Ну что ж, побежали на РТ. Надеюсь, я не встречу по дороге никаких там медведей, мутантов. Или волков. Надеюсь, нет. У нас уже 54 радиации. Скоро чувствую, я начну умирать. Но я не расскажу. О! День, прекрасно. Берем тогда шотган. Вот, пай. Вот. Быстренько сюда. Давно опять только. У нас 200 радиаций. Сейчас лутаем этот дом и убегаем. Тем более, что здесь говно лут. Обычный говно. Ладно. Убегаем. Поубиваем пока радиоактивный живот. Точно. Это прекрасно, нет? И сука, вообще нереально стрелять. Какие-то здесь тупые животные, мне кажется. Так, еда, ну ладно, я заберу всю еду. Что? А. Радиация. Так, я забыл. Ну что ж, ладно, убежим от радиации. Волчок. Все, пускай бежит за мной. А мы тем временем скроемся где-то. Это тут. Вот как по нему попасть? Убил. Говорили, и давай, давай, свой лут отдавай мне. Что у тебя было? Еще патроны. У меня уже 3 кирки. Что мне с ними делать? Я не понимаю. Там какие-то дома. Животных вроде нигде нет. Что ж, спадет радиация. Хотя, что ждать, пока спадет. Спадет радиация. Давайте мы на... Какой-то, не знаю, куда-то тпхнемся. Сейчас. На ангары, давайте на ангары. Точно. Ангар. Все, встретимся на ангар. А, вот мы и на ангар. Так, давайте залутаем. Что у нас здесь? О! А, говно. А здесь что? 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 9-миллиметровый пистолет. Ну, кстати, неплохо. Так, все. Теперь мы можем делать 9-миллиметровый пистолет.
Здесь у нас порох. Ну, в принципе, пригодится для патронов на пайп. Так, что еще здесь такое? Можно залутать. Так, здесь у нас, надеюсь, антирадин. Да. Сейчас вернемся на Бигер Т, залутаем его. Потому что у нас как бы есть антирадин теперь. Конечно, маловато, но ничего. О, возможно, здесь будет. Да. Еще антирадин, уже 16 у нас. И здесь 3 патрона на дробовик. В принципе, говновуд. Давайте еще сходим на вот тот дальний самый ангар. Нужно было бы еще ресурсов налутать, кстати. Давайте я набью ресурсов и там. В общем, буду на том ангаре или. Давайте на Бигер Т встретимся уже, да. Так, все, лутаем, лутаем, лутаем. Я забыл включиться. Тупо ничего нету, господи, такое говно. Чем я сюда вообще пришел? Смотри, ну что это за лут какой-то говняный? Не рычи. О! Вот хоть что. Еще один такой же. Ну окей, так лутаемся, лутаемся, продолжаем. Возможно, я что-то хорошее здесь найду. Я ни хрена не нашел. Ну ладно, тогда давайте залутаем эти дома. Почему бегает свинья? Я себе ее что-то напугал. Какой же здесь конченый лутер, шок, просто шокирован. Да, в принципе, свинья и так просто летит, поэтому не обращаем внимания. Что, говна бьет? Говно лут. Господи, как я же устал вот это вот говно. О, о. Летим на метро пистолет. Я уже его изучил. Ну, ладно. В общем, говно было. Сплошное говно. Ладно, тпкаемся на хом, и сейчас я тогда, в общем, там обустроим домик и буду заканчивать серию, потому что не хочу сильно растягивать. О, кстати, убьем свинью. Чё, не умерла? Господи, здесь вообще неадекватное животное. Посмотрите, как они себя ведут. Всё, теперь ты умерла. А тебя кирочкой залутаю. Мне все равно нужно... Просто обратите внимание, что они в чате пошли. Так, мне все равно нужно мясо, конечно. Вот это вот шкура. И... Ткань, да. Потому что я буду ставить револьверы, потому что... Я думаю, что из них хорошо убивать. Говно какое-то, лучше топором порублю и быстрее. И, кстати, топором больше получается. Я дебил. Ладно, тпхаемся тогда на хом. Понятно, придется бежать. Ну ладно, встретимся дома. Господи, 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 как долго я добирался до этого дома. Все-таки зря я построил в такой глуши. Его по-любому кто-то зарейдит все равно. Вот несмотря на то, что я его так далеко построил, его кто-то по-любому зарейдит. Давайте выложим рельсы. Так, патроны. А где мои патроны? Странно. Окей. Ладно. Так, все, выложим это все говно. Это сюда, так, это сюда, это оставим. Так, давайте займемся обустройством домика. Так, так. Ну все, в принципе, нормально.
Этих ресурсов нам хватит, чтобы сделать две решетки. Так. Два. И плюс давайте заберем. Здесь ничего нету. Значит, здесь досочки. Забираем. Так, делаем окошко. Тоже две штучки. Ну и в принципе все. Потушу дестрой. А, я русский включен, так. Здесь окошко. И здесь окошко. Как-то кончено получается, ну, а что я поделаю? Такой дом. Здесь решетка, здесь решетка. Сказал здесь. И давайте мы здесь сделаем две, чтобы если у меня будет рейдит, то я туда перенесу быстренько ресурсы. Завтра или там, или сегодня. А где дверь? Нужно скрафтить, видимо, да? Наверное, да. Ну, не дверь, а именно дверной проем. Дверь там у меня есть. Все. Что за говно? Так, все, теперь быстренько наверх поднимаемся, поднимаемся. И... ставим дверь. Все. Теперь эта комната абсолютно защищена. Так, закрываем. И что ж, на этом я буду заканчивать первую серию выживания в Rust Legacy. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Можете рассказать это видео и моем канале друзьям. И тогда они тоже, возможно, подпишутся, если им понравится. Ну, а так, вообще-то, всем пока. Да.